Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бүгінгі бағдарламаны біз әкелерге арнамақпыз. Алиса, айтшы, сен әкең неге үйретті жалпы? У меня с папой очень много приятных воспоминаний, моментов, а также очень много того, чему меня папа научил. Ну вот, к примеру, он научил варить меня плов, а также ходить с ним на рыбалку, распутывать удочки и ловить рыбу. Я негізі қарап отырсаңыздар, әкелер ұлдарына қарағанда қыздарын қатты жақсы көретін сияқты, иә? Да, дочерей они любят больше, но в вас, сыновей, они вкладывают много терпения, а также они хотят, чтобы именно вы были похожи на них. Я ол да дұрыс шығар, өйткені балалар кішкене бұзықтау келеді, сол үшін әкелер өзінің ұлдарына кішкене қаталдау қарайды. Олай болса, бүгін не істейміз, Алис? Сегодня мы будем звонить нашим папам. Кеттік пе? Пошли. Кеттік. Алло, привет, пап. Привет. Пап, я тебя люблю. Да ты что? Да. А с чего это вдруг? Да не, просто так. Да ладно. О! Папа, сізге бәрі үшін рахмет. Мен сізді жақсы көрем. Не дейді? Мен сізді жақсы көрем. Кім? Ербол мұңы балаңыз. Вам за все спасибо. Я вас очень сильно люблю. Алло, пап. Здравствуйте. Вы на работе? Я хотел вам сказать, что я вас люблю. Да, я тоже. А че? Че случилось? Да, так просто. Так. Давно не говорил. Ну, спасибо. Давайте. Ты где? Я в городе. Ну все, давайте, пап. Как в городе? Ты что, дома быть? Акинг, здравствуйте, пап. Я. Хабарлас, Акинг, здравствуйте, зайдет, спадал газ. Алло, да? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Я вас люблю. А? Я вас люблю. А? Я вас люблю. Я тебя тоже люблю. Алло. Мен кетіп па? Мен кетіп. Алло. У меня отец рак переболел. И было сложно вначале. В общем, я очень горд своим отцом, я его сильно люблю. Ну, спасибо за все. Вот. Вот так. Алло, аке. Алло. Аке, мен сізді жақсы көремін. А? Мен сізді жақсы көремін деймін. Неге оқыр? Іштегі бойынша, сонда не болады Шымкентте? Шымкентте жүрмін ғой мен. Рахметіңізді айтып. Сіз жақсы көремін. Рахметіңізді айтсаңызшы. Алло, пап. Ау. Мен ғой абай. А? Пап, мен сізді жақсы көремін. Мен сізді жақсы көрем, пап. Мен әкем болған үшін рахмет сізге. Алло, пап. Где ты со мной, мамочка? А где папа? Папа в душе. А, передай ему, что я его люблю. Передай ему, что я его люблю. Урсат, ты его лез по неделям, кажется, что сын зайдет. Ал, Джоус, спайда, вот. Неделям, кажется, что сын бегает на сын. Просто. А? Что вас смущает? Все, жарай, рахмет вам. Спасибо. Аке, мен сізді жақсы көрем, өстіп, тәрбиелеп, өсірген кезде рахмет. Сізге көп-көп рахмет. Алло. Алло, папа. Алло. Сізді жақсы көрем, бәріне рахмет сізге. Алло. Мен ғой Аржан. Не болды? Сізді жақсы көрем, сізге бәріне бәрі үшін сізге рахмет деймін. Все? Дәкен ба? Қаз. Папе вообще не звоню. Почему? Папе просто нет имя. Папе? Папе. Я его потеряла, к сожалению, у них звоню. А вот на тот свет не позвонишь. Обязательно звонить своим родителям, чтобы не было поздно. Алло. Ау. Мен сізді жақсы көрем. Алло,
Да, я тебя люблю очень-очень. Алло, папа, я хочу тебе кое-что сказать. Я тебя люблю и спасибо за то, что есть на этом свете. Это все благодаря тебе. Все, пока. Акинзге, дальше с хабарлас, час будет не зайти, спа. А я ну брак, выходишь курей, жок полкся. Аркадиш, айала. Папа, с час куреман. Не курем ли? С час куреман. Да. Папа, привет. Привет. Пап. Да. Я тебя люблю. И хотела сказать тебе спасибо за то, что ты меня очень сильно поддерживал, когда уезжала мама. Я ж тебя обожаю просто. Давай. Я тебе целую золотой. Я тебе перезвоню. А у тебя, как всегда, сейчас? Юрик, что ты опять сделал? Зачем? Что ты опять признаешься в любви? Ты что, пьяный, что ли? Ты что, пьяный? Аппарат вызываемого абонента или находится в зоне действия. Шакрлы будут рахан. Да, телефон уже тастане, локсер, аншлифта, джур, брах, мин, камера, хла, айтсам, да, бот, аке, маган, бирген, балиман, ахалан, тарбием, шин, мин, саган, мин, рахмет, айтам, мин, сда, катта, жах, спорим. Папа, мы вас любим, и мы будем звать чаще, мы исправимся, будем постоянно говорить вам, что мы вас очень любим. Формета, хала, тургандары, акелеринизге, джи, хабарласып, жах, скурит, нерингзда, айт, тургандар, с дырмен, бирге, болган, Алиса Дубаева. И Нурсултан Тарзбеков. Акелеринизге, жах, скурит, нерингзда.